И какую нашу совместную фотографию мы в итоге выкладываем? Третью. Нет, я на ней ужасно получилась. Глупости. Ты всегда такая. Мне больше нравится пятая фотография. Но меня же на ней нет. Вот именно. Привет. Чувствуете? Чем-то неприятным стало попахивать. Ага, как будто скунс воздушный поцелуй отправил. Странно, я ничего не замечаю. Какой противный звук. Комар в комнату, что ли, залетел? Скорее, назойливая муха. Да где? Как же хорошо, вот так все вместе посидеть, поболтать. Согласна, всем втроем, и не на человека больше. Нас вообще-то 4. Мы тебя игнорируем. В смысле? Уши почистим, веник там. И выход, кстати, тоже. Удачи. Почему вы меня игнорируете? А у нас мало причин. В любом случае, вы не сможете это делать долго. Почему? Потому что вы уже со мной разговариваете. Как начали разговаривать, так и закончим. Хотите войны? Я вам ее устрою. Напугала. Мы вас затряслись от смеха. А если она действительно что-то придумает? Нам нужно все-таки и мальчиков переманить на нашу сторону. Согласна. Ну как? Они в прошлый раз отказались. У меня есть отличный план, и он точно сработает. Мои зубы. Не волосы, вырастут еще. А не наоборот? Это сейчас не важно. Для кого как? Жорик, тебе надо стать альфа-самцом среди парней. Чего? Авторитетом среди других мормышек, то есть мальчишек. Разве я уже нет? Ты думаешь, ты их лидер? Ага, король зверей, босс мафиози и царь горы. И все это не про тебя. Да почему? Не знаю, ведешь себя неправильно. Ты просто ничего не понимаешь. Все я понимаю, я же сейчас не на контрольной сижу. Я прирожденный вожак стаи. А стая об этом знает? И кого? Гусей? Волков. Ау! Сейчас я тебе покажу, какой ты у нас лидер и глава. Попробуй забрать у них мяч. Да проще простого. Ребят, дайте мяч. Нет. На пару секунд. Слишком долго. Вам что, жалко? Нет. Значит, дадите? Нет. Слишком высокий уровень сложности выбрал для этого квеста. Может помочь? Я что, выгляжу как тот, кому нужна помощь? Кому она необходима, я бы сказала. У меня все под контролем. Какого? Думаешь, это смешно? Я тут при чем? Вот при чем? Это не мое. Сам все это устроил, а теперь на меня наговариваешь. Что устроил? Жесткое падение? Захотел себя жертвой выставить? Так есть способ проще. Я тебе его сейчас покажу.
Фу-фу-фу. Пока не ругаться лишь между собой. Нужно подождать. Еще раз толкнем их лбами, и их гнев переметнется на Диану. Надо подзарядить телефон, чтобы я смогла заснять этот прекрасный момент. А мы вообще поступаем правильно. Ну, весело так точно. Что ты делаешь? Чтобы почувствовать себя царем зверей, нужно выглядеть как он. Это действительно работает? Не знаю, скоро выясним. Алина! Не Алинка и не тут, я сейчас твой мастер. Ага, фломастер. Короче, у лидера должен быть властный голос, чтобы одним словом ты мог внушать страх и ужас. Страх и ужас? Ну, или уважение и почтение, без разницы. А что не так с моим голосом? Он недостаточно грозный. Разве? Так. Скажи что-нибудь командным голосом. Хватит использовать на мне зелья. Во-первых, не хватит. А во-вторых, добавь громкости и уверенности. Хватит использовать на мне зелья. Уже лучше. Но чего-то не хватает. Скажи так, будто парикмахер случайно отстриг тебе на сантиметр больше, чем ты просил. Хватит использовать на мне зелья. Класс, это то, что надо. И ты вправду перестанешь на мне их использовать? Конечно, нет. Так, переходим к уроку по манипуляции. Как управлять и использовать людей в своих целях. Это ведь подло и нечестно. Да, ты прав. Но этот навык поможет тебе получить любую еду. И самому выбирать, во что вы будете играть с парнями. Я готов записывать. И как успехи? Учительство – это мое. Я могу смело подменять Марью Ивановну на уроках. Супер, поменяли орка на гоблина. И хитничай, сколько влезет. Зато мой план удался. А что был за план? Сделать Жорика лидером среди парней. Чтобы он смог смело говорить, что им делать. И это хорошо для нас, потому что... Потому что то, что говорить парням, буду решать я. Ого, это очень хитро. Правда? Это так будет работать? Конечно, смотри, Жорик! Босс, эта Ляля вас беспокоит? Нам с ней разобраться? Нет, нет, это моя Ляля. Жорик, скажи своим ребятам, что вы вступаете в наш клуб. Нет! Вот и молодец. В смысле нет? Нам это не интересно. Мы волки, а волки любят свободу. Ой, перепутал, извините. Жорик, ты хочешь, чтобы я все зелья стала проверять на тебе? И не только те, что типа безопасны. А кстати о них. Что происходит? Я не могу пошевелиться. И я. Кажется, это был порошок остолбеней. Они прям как соленые огурчики в банке. Теперь есть охота. Расколдуй нас, Жорик. Нет. Знаешь, что тебе за это будет? Ничего. Как видишь, мои зелья работают лучше, чем твои. Обожаю таких умелых и уверенных в себе людей. Беда не приходит одна. Ага, она еще приводит корове лепешку. Мальчики, как насчет перекусить чипсами, поиграть в приставку? Даже не смейте! Это будет считаться предательством. Мы же лучше, чем она, да? Это отстой! Полный провал! Фиаско! С какого ты вообще обучила его зельем? Я немного увлеклась в роли учителя. У меня скорее вопрос, почему они у него работают.